Всем привет! С вами снова я. Я с вами, а вы со мной. Сегодня осматриваем вот такое недоразумение, купленное фикс прайс за 55 рублей. Если вам интересна эта тема, оставайтесь со мной. Я вам расскажу, как украсить бюджетную вилку. В фикс прайсе куплена была такая вот мишура, тоже за 55 рублей. И вот такие вот игрушки, тоже за 55 рублей. Гирлянда была куплена в ленте за 200 рублей. Пожалуй, начнем с нее. Сейчас 10 вечера. Я так поздно украшаю вилку, потому что до этого я была занята. То сидела с племянником, то варила суп, то ходила в магазин. Что-то я уже устала. Елочка, ну